пяти. Дракон не увидит. Кто там, он говорит? Ты его не видел? Тихо. Тихо, ты не шевелись. Тихо, тише. Кто там? Иди выйди, скажи, медведь там, только снаж не заметил. Иди скажи, медведь там. Кто он тебя увидит? Он нас чтоб не видел, понимаешь? Димка, чтоб нас не видно было. Он поймет, что его разыгрывает. Он, походу, за ружьем побежал. Все, что понимали, мужичок подумал, что медведь в этом сарае, короче. Собака. Он собаку пускай. Где собака? Не вижу собаку. А, она уже... Под гору спустилась, что ли? Он ее отправляет. Я не вижу, где она. Под горой уже. Там же, возле дробника. А, да, вон хвост. А это что такое? Зашел. Медведь убежал уже. Колонку забирай. Он думает, что медведь уже убежал. Чтоб он меня не заметил. А ну, точно с ружьем.
забежала. Вот тут Маша. Ага. Ребята, сейчас попытаемся разыграть туриста медведем звуком. Звук медведя. Тихо, тихо, тихо. Дай его снимай. Он поди обсерится нафиг сейчас. Сейчас подойдем и ему скажем, что это розыгрыш. Чтоб и камеры его поснимали, понял? Интересно. Здрасте. Не пугайтесь, мы вас разыграли. Не пугайтесь. Понятно. Подумали, медведь? Ну ничего страшного. Похоже. Похоже? Нормально? А вы что, на рыбалку? Да, пойду посмотрю, что там. На жерлице или так? Нет, фильм кидаю. Вообще-то сейчас не жарко. Ясно. А вы кто, местный? Вы местный? Местный? Ну. А как фамилия? Чайкин. Ага, понял я. Ясно, ясно. Ну не бойтесь. Хорошо бы они побежали. Нет, а в прошлом году уже здесь ходил. Так они вон сейчас нынче ходят в бару. Ну. Ходят, все. С этими медвежатами. Ну. Ясно, ну ладно. До свидания. Я в грибы ходил. Нету грибов, ага. В том бару. Ну. Но ходил он вон мог-то с медвежатами. Ну. Ну ладно, пойдем, мы тоже грибы собираем. Артем, медведь делает, ружье давай. Пошли быстрее, пошли быстрее. Я понял, коротко, походи. Кого? Какой медведь? Вон нахуй бегом! Ружьё давай! Ружьё давай, медведь! Так это же коза! Или коза хуй её знает! Или козёл ебать! Ружьё давай неси! А где он? Вон нахуй там! Ружьё возьми! Ружье бери, ёб твою мать! Медведь, вы увидите? Бери ружье нахуй, я тебе говорю! Бери ружье, я тебе говорю! Кого увидеть надо?
Ружье бери, нахуй! Иди смотри, нахуй. А хули ты за ружьё? Да там коза. Ну бери ружье. Хоть коза, хоть коза. Да выключи ты эту ебу, он меня, блядь, бесит. Вот это ваше ебаное видео, нахуй. Ебаные долбоебы, нахуй.